Безусловно, одно из самых необходимых устройств на кухне – это плита. Тяжело себе представить кухню без варочной поверхности и духовки. В любой, даже самой маленькой квартирке может не быть биде, но должна быть плита. Хотя биде тоже важно. И поэтому сегодня мы посмотрим на такую нужную плиту эконом-класса Greta 1470E. Модель SK03 – это компактная электрическая плита с классическим дизайном. Бывает только белого цвета. Верхняя часть представляет собой стеклокерамическую плиту черного цвета, на которой расположены 4 конфорки с элементами нагрева Highlight. Но даже если что-то пригорело, это можно удалить с помощью вот такого скребка. Конфорки идут двух размеров – две с диаметром 165 мм и мощностью по 1,2 кВт каждая, и две конфорки с диаметром 200 мм и мощностью 1,8 кВт каждая. Управление температурой нагрева производится старыми, добрыми и надежными механическими ручками спереди плиты. Тут же находятся ручки управления духовым шкафом и два индикатора, один сигнализирующий о работе духовки, а другой о работе поверхности. В духовке установлено два нагревательных элемента, нижний и верхний, и они способны нагреть духовку до 270 градусов. В плите предустановлен термостат, поэтому после выбора соответствующей ручкой температуры духовка сама будет ее поддерживать, не перегревая и не переохлаждая блюдо внутри нее. Но если вы старославянская семья из 13 детей, можно купить две таких плиты. Полезный объем духового шкафа 50 литров. Этого более чем достаточно для рядовой семьи. Содержимое от окружающего мира отделяет дверка с двухслойным прочным стеклом. Конвектора и таймера в духовке, к сожалению, нет, но зато есть подсветка. В комплект поставки Greta SK03 входит глубокий противень и решетка. Их удобно хранить в отделении для посуды. Также производитель обещает, что вам будет очень просто мыть поверхность духовки, так как она покрыта специальной эмалью. В конце хотелось бы сравнить эту плиту с осликом. Да, выглядит она просто, и у нее нет возможности подключиться к спутникам ГЛОНАСС. И, к сожалению, она, наверное, не сможет перепеленать ребенка. Но зато она отличается высокой надежностью и крайне простым управлением. А это очень важно, когда готовишь несколько блюд одновременно. Поэтому могу советовать эту плиту хозяйкам, ценящим надежность и долговечность техники. В этом видео мы смотрели на электрическую плиту Greta 1470E SK03. Спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал Comfy и увидимся в следующих видео.